ما در یک منطقه بسیار حساس قرار داریم و فدراسیون روسیه همسایه کمی دورتر ماست، ولی به همه حال از تحولات منفی و مثبت در کشور ما مستقیما متاثر میشن. فدراسیون روسیه یکی از کشورهای مهم، بزرگ و نیرومند جهان است. با باور افغانستان مبارزه با مشکلات منطقوی و آوردن صلح بدون همکاری با فدراسیون روسیه ناممکن است. ما سپاسگزار هستیم که فدراسیون روسیه به کشورهای ناتو اجازه انتقال کالاهای غیر نظامی را دادند و همچنین از ما در مبارزه با تروریسم حمایت کردند. یکی از آرزوهای ما این است که فدراسیون روسیه همانطور که تا به حال فعال بودند، در آینده با قاطعیت و فعالیت بیشتری در این منطقه هم در امر بازسازی در افغانستان و همچنین مبارزه با تروریسم حضور داشته باشند. به خصوص که تهدید تروریسم و مواد مخدر یک تهدید جدی برای هر دو کشور است. А я тоже хотел ответить. Секундочку, пожалуйста. Вопрос был к обоим министрам, поэтому я тоже отвечу. Вопрос был к обоим министрам, поэтому я тоже отвечу. Россия заинтересована в повышении эффективности международных усилий по урегулированию проблем Афганистана и вокруг него. Тому подтверждением является наша инициатива проведения Московской конференции под эгидой ШОС и наша готовность помогать более эффективной деятельности международных сил содействия безопасности. Соответствующие решения уже приняты. Мы готовы обсуждать и дополнительные меры. Мы активно поддерживаем вовлечение в эти усилия всех без исключения соседей Афганистана. На Московскую конференцию, в частности, приглашены все соседние с Афганистаном страны, включая и центральноазиатские, и Иран, и Пакистан. Хамчаран, мы хотим, чтобы вы, на
Мы считаем это очень важным и выступаем за дальнейшее вовлечение всех этих стран в работу мирового сообщества по поддержке Афганистану в решении его проблем. Приветствуем также диалог, который развивается между Афганистаном и Ираном, между Афганистаном и Пакистаном. Могу сразу сказать, что международное сообщество не просит Российскую Федерацию направлять войска в Афганистан, и таких действий не планируется. Мы хотим, чтобы находящиеся здесь уже международные контингенты действовали в полном согласии с руководством Афганистана, чтобы оформлялся их правовой статус на территории Афганистана и чтобы вся их деятельность была направлена на скорейшее искоренение террористической и наркоугроз как в Афганистане, так и вокруг него. Потому что успех внутри Афганистана позволит остроту этих угроз понизить за его пределы. Помимо направления войск в Афганистан, есть очень много других конкретных практических мер, которые помогают решению.